Здорово! Сегодня в видео у нас будет обзор на толстяк. У нас будет три крафтеца. Первый крафтец у нас вот такой вот, самый скорострельный, на мертвеце и маховике. Но тут у нас завышенный ом. Не знаю, как он будет кататься, но в принципе что-то интересное. Следующий крафт — это просто обычный тапок на гарпии. И следующий крафт — это прошлый крафт на эхо, то есть вот он очень похож на первый. Ну а начнем мы именно с этого крафта. Давайте его соберем, а потом поедем в бой. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. Ну давайте посмотрим супер-мега-скорострельность, как она будет реализована здесь. Так, ну-ка, блин. Так, ну, после лавинки, конечно, урон не такой большой, но здесь все-таки... Класс. Целился в одного, попало там вообще в другого, и второй, короче, вылетел вообще из игры. Класс. Ладно, в итоге ни в кого не попал. Давайте союзом помогать. Ну-ка. Конечно, урон не такой, как у лавинки, но зато скорострельность больше. То есть, если ты один раз промазал, ничего страшного, перезарядился быстренько, стреляешь дальше. Так, добиваем. Все, хорошо. Идем дальше. Так, кто у нас тут следующий хочет? Там, судя по всему, лавинки всякие. Ладно, попробуем кого-нибудь завалить. Ох, нифига, ты тут, конечно, вылетел. Нарисовался такой красивый. Нет. Блин, два раза по мне попали. О, удачно я сейчас развернулся. На тебе. Так, кто следующий у нас тут? Ну-ка, давай. Еще один на лавинке. Давайте, взрываем его. Ох, как удачно. Я не понял только, с чего я его взорвал. Тараном или толстяком. Ладно, ничего страшного. У нас, кстати, базу берут. Наверное, я на базу все-таки поеду. Союзу с тем справиться, а вот базу лучше отдефать. Хотя, наверное, смотрю, кто-то метку у него даже поставил. Но я даже, возможно, не успею доехать. Зараза, из хамелеона вывел меня. Зараза, а? Давайте союз добиваем. На! Есть, лавинка, подписчик его добил. У нас победа и 614 очков за бой. Ладно, погнали дальше. Ну, 614 очков, это, конечно, не так круто. Надо МВП занять. Давайте попробуем хотя бы на косарь настрелять. Ну, слушайте, прикольно так-то. Если один промазал раз, то перезарядился, дальше стреляешь. Лавинки так не прокатит. Если ты один раз промазал, то долгая у нас перезарядочка. Так, ага, хайрастик, ну-ка. Ой, даже по нему случайно попал. Ну ладно, я просто так хотел стрелять, ну попал. Давайте сейчас попробуем его завалить. Я, конечно, попёрся на пролом. Ну ладно, раз попёрся, надо переться дальше. Ага, он спрыгнул, ну-ка, давайте прямо на него попробую скинуться. Ну-ка, стой! Блин, немножко не так. На тебе! Вот надо аккуратно, штыри, конечно, неплохо могут зарядить. На тебе еще, ух, там с лавинки подписчик его завалил, давай. На, еще и огник, зараза, приехал, не до тебя сейчас немножко, давай. Добить этого хайраста, хорошо, добили, теперь огника, давай. За подписчиком поехал, ну-ка, стой. Ой-ой-ой, надо подписчику помогать, давай. На кванте он что-то собрал, что ты такое сделал. Ох, как ты идеально-то встал, чувак. Давай, оп. Все-все-все. Красавчик, встал удачно. Есть, подорвали. Так, у нас еще, кстати, пол команды. Живо. Так, надо их всех уделать. Ага, ботяра на нас на мосту. Давайте его попробуем подстрелить. Ну, конечно, мне кажется, тут еще лавинок дофигища, поэтому надо быть аккуратным. Давайте бота завалим, потому что он сейчас поедет, будет базу захватывать. Так, все. Мне уже прилетело с лавинки. Давайте, разворот. И где все? Вот на мосту красавчик едет такой. Давай, 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 красавчик, красавчик, давай. На тебе, тоже хамелеон такой хитрый. Хотел уйти, так. Ай, блин, перевернулся. Подписчик, помоги, пожалуйста. Да, печально. Если он сейчас прыгнет на меня, будет не очень прикольно. Давайте, пацаны, поднимите. Давай, давай, давай. Ну, хотя один чувак, я думаю, меня не завалит. Это как раз тот толстяк остался, который на мосту был. Вот он сейчас прям сюда едет. Ну-ка. Стой, стой, стой. На! Все. Попался, брател. Ахана тебе. Зараза, мне один толстяк отстрелил все-таки. Ну, ладно, его добить, мне кажется, несложно будет. Давайте, пацаны. Блин, промазал. Давайте, домучаем этого чувака. Вот зараза, какой бессмертный. Промазал, красава, как и я. Блин, по кабине-то урон небольшой пролетает. 52. Какой бессмертный, смотрите. Да что ж ты такой, а? Взорвись уже. Ну! Да блин, да как так-то? Ну!
Он не хочет взрываться. Давай. Да сука, а как так-то, блин? Есть, я его расковырял наконец-то. У нас победа. И МВПшка, к сожалению, я так понимаю, нет. Да, 1287 очков за бой. Неплохо. Погнали дальше. После этого боя возьмем крафтец на эхо и сравним, кстати, что быстрее будет перезаряжаться. Ну, кстати, много народу сейчас стало кататься на варунах после моего обзора. Хотя даже до апа варуны катались замечательно. И фениксы что-то даже начали проглядываться. Кстати, смех смехом, а феникс начал хорошо кататься. По сравнению с тем, что было, конечно. Но не так круто, как толстяки. Ну-ка, давайте... О! Лавинка, а ну стой. О, как ты удачно там перевернулся-то, слушай, а? Давайте союзы. Вообще, его приняли, конечно, классно. Я его добил, пацаны. Я красава, да. Ну, можно один раз так позволить себе сделать забой. Ах ты, зараза, нашего подписчика подстрелил. Ну, давай, квазарщик, кто кого. Мне кажется, у него перезарядка у него медленнее, чем у меня. Хотя у него дрон с дамкой стоит. Давай, ну, давай. Толстяк, я верю в тебя. Ну, все мины собрал, какие только возможно. Есть, я его подорвал. Давай вот этого. Ох, как хорошо залетело-то. Давайте, кто следующий? Ну, Вереск, давай, кого-нибудь. Нет, Юнван. Ну, ё-моё. Ну, все, походу, я приехал. Да, Юнван и в Африке. Юнван, конечно, зафигачил красиво. Ну, давай, Варун, вся надежда на тебя. Он ему его отбил. Все, это, походу, победа будет сейчас. Вот, единственный, кто мог помешать победе, это вот только Юнван. Сейчас... Варун его завалил, и это очень хорошо. Так, у нас базу еще берут там втихаря, так что аккуратней, пацаны. Не, ну испепелителя я, конечно, хорошо так ваншотнул. Прям вот с палача недавно катался, там настреливал. Вообще за один обзор ни разу не ваншотнул. А сейчас толстяка тут, смотрите, как настреливается неплохо. Все, у нас победа. МВП опять же нет, как всегда. Обделили меня 1286 очков за бой. Первое место по команде, но до МВП мы, конечно же, не дотянули. Ну, давайте теперь соберем следующий крафт на эхо и поедем в бой. Ну давайте попробуем на эхо покататься. У нас тут подписчик тоже огника взял. Посмотрим, что он сделает, что мы сделаем. Ну давайте. Что-то мне подсказывает, сейчас будет нам всем хана. Да. Копейщик. Ох, как я удачно его подловил. Там еще едет. Блин. А тут уже печально. Сейчас. Да. Лавинка, искра, все тут. Сейчас еще Юнвана не хватает. Если Юнван приедет, будет вообще зашибись. Так. Лавинка, не надо, иди отсюда. Да вы чё, серьезно что ли? Да какой нафиг Юнван? Я опять накаркал. Нет, иди отсюда. Блин, по кому стрелять-то? Вас тут дофига. А вот все, я походу приехал. Да. Прикольно, слушайте, меня подловили. Но копейщика я хорошо так подловил. На! Сейчас, мне кажется, прилетит с Вереска. Без чего-нибудь другого. Нет, с Кайзу прилетело. Блин. Но слушайте, 700 очков за такое короткое время, неплохо. Мы в меньшинстве еще причем. То есть 7 против 8, тоже нечестно. Давай, Варун. Нет, Варуна уделали, но все, походу, это поражение, к сожалению. А так, слушайте, но за такое короткое время я неплохо настрелял. Копейщик еще так забавно развалился, это вообще прикольно было. Так, дробители, ну давайте, ну что-нибудь сделайте. Кстати, пишите в комменты, делайте ли на них обзор. Сейчас непонятно, как они катаются. Так. Вереск, ну все. Вереска-то, я думаю, сейчас быстро завалит. Он даже ничего сделать не успеет. Пикнуть не успеет. Так, давай, взрывайся, чувак. Пожалуйста. Хотя ему даже взрываться не надо, за него это сейчас все сделают. Да. Поражение, к сожалению. Ладно, и у нас 751 очко за бой, но ладно. Поражение, ничего страшного. Погнали дальше. Ну, поехали. Попробуем в этом бою даже улучшить наши результаты. Так, пацаны, давайте. У вас какие-то замечательные крафты, я смотрю. На сверчках что-то с чем-то собрали. Ассемблеры, лавинка. Да, и кайдзю, конечно же. Наборчик, конечно, такой классический, можно сказать. О, даже чуть попал по чуваку, соточку ему нанес. Это хорошо. О, здравствуйте, паучара. Я тут мимо просто проезжал, если что. Так. Вот, держите еще вдогонку. А ну, стой. Вот, еще тебе подарочек. Ой,
Ну ладно, чуть-чуть у меня коцало, ничего страшного. Это что такое было? Это юкай. Давай, быстрей. Быстрей давай! Эхо, работай! Так, сейчас мы этих мельников перестреляем просто-напросто. Да-да-да, мельники, у вас тут немножечко что-то взорвалось, мы вас затаранили, все прекрасно. Так, вон там заразы все. Ну ладно, поехали туда. Я не знаю, выиграем, не выиграем, потому что сейчас что-то союзов-то наших покрошили. Неплохо так. О, слоняры. Слоняров надо валить, потому что у них супер-мега-точность. Они издалека будут стрелять вообще хорошо. Так, эхо давай. Подрубилось, хорошо. Ну давай, кто кого? Куда побежал? Стой. Ну, союз, конечно, мне помогает. Но я его и одного бы завалил. Да блин, смотрите, уворачивается на своих малых гуслях. Стоять. Стоять. Да блин, я все патроны в него всадил. Стой! Есть, догнал наконец-то. Давай, легенда на лавинке. Мы с тобой одни остались. Как-нибудь выживать будем. О, едет такой же. А, нет, это вообще другое. Лавинка, здорово. Бэйн. Чувак, отстань, а. Вот не до тебя сейчас вообще. Так, дробилки тут всякие. Блин, вас слишком много. Если бы чуть-чуть поменьше было, мы, возможно, бы вас уделали. Но все-таки нет. Я троих уделал. У нас поражение. И сколько очков за бой, интересно. А, 1053 очка за бой. Неплохо. Погнали дальше. После этого боя мы возьмем наш тапочек. Не знаю, как он будет кататься. Там у нас, получается, будет повышенный взрывной урон. Ну и боезапасов будет стоять меньше за счет того, что гарпия будет немножко увеличивать его. Так, ну давайте. На пролом прям поедем. Не знаю, что получится. Класс. Кайдзю уже зарядила. Толстяк искрится. Ну сам виноват, сам полез. Так, что это такое? Запалами тут прилетели. Давайте. Фигачим вот этого дроновоза. Стоять. Куда поехал? Лавинка. Давайте лавин... А, какая лавинка, блин, толстяки это, собрат по разуму, привет, я тебя не узнал. Давай. Обстреливаем. Ну, мы его союзом перестреляем, конечно. Куда ты его повез? Там еще кто-то А, вот этот козюшник, а ну стоять. Блин, промазал. Класс. Это что, с чего мне так... А, это медианка мне зарядила, генератор взорвала к чертям. Блин. Печально. На тебе, медианка. Один хуэр отстрелил. Куда меня под раздачу-то, ё-моё. Так, один толстяк отстрелили, второй заработал, хорошо. Стой, медианка. Погоди. У меня тут пару вопросиков к тебе. Стой. Лавина, ой, какая лавина, я все с лавиной уже запарился ее говорить. Медиана в космос улетела там. Так, ну и что, кто остался? Тут наверху вроде кто-то был. Блин, как я выжил? Ну все, это до свидания, я даже ничего сделать не успею. Ну да, но мне смысла нету было оставаться, спрыгивать, потому что у меня патроны просто-напросто практически закончились. 4 патрона у меня там осталось. Ну ладно. Опять поражение, ну ладно, ничего страшного. Классно, фениксы приехали. Да. Мне интересно, сколько очков за бой просто. Я вроде неплохо настреливал. Все, всех уделали. Нашивка упорный. Ну, судя по всему, первое место по команде. 948 очков за бой и, да, первое место по команде. Ну, неплохо. Давайте теперь соберем следующий крафт, наш тапочек, и поедем в бой. Ну, не знаю, на что будет способен этот тапочек. Он, в принципе, такой достаточно динамичный. А у нас больше патрончиков здесь, меньше боезапасов стоит за счет гарпии. Ух, нифига себе, чувак, ты что такое собрал? У меня аж дар речи пропал. На нове? Чувак, ты что такое собрал, реально? Да, если ты это смотришь, ты что-то крутое, видимо. Новая мета. Прикиньте, реально, вот сейчас чувак собрал, экспериментирует, а ведь когда-нибудь, возможно, это будет метой. Представляете, что будет, а? Как это будет прикольно, а? Так, блин, смотрите, этот терминатор, его издалека видно. На! Добили лавинку! Есть! Давайте, погнали дальше. Держи. Так, лавинка убегает, вторая. Кстати, крафт, я ровно на таком же крафте катался, когда первый обзор на лавину делал. Так, нас базу берут, кстати. Только я сейчас заметил. Ну ладно, я думаю, до базы-то мы успеем доехать. Давайте на базу, пацаны. Базу захватывают! Ой, я защищаем квадрат какой-то там нажал. Ну ладно, поехали.
На базе их немного, поэтому будем биться здесь. Держи, прям по дробителю ему там. Фига с Юнвана ему там чувак зафигачил. Так, давай, супер-мега-мета, нагибай. Три Гроустара? Это уже серьезное заявление. Но только они, пипец, какие хлипкие. Вот смотрите, ну вот палач так не может пробивать. Смотрите, как толстяк чисто закидывает, постоянно что-то взрывается. У него вообще топовая пушка, мне очень сильно понравилась. Так, давайте. Бэнь, есть. Минус 4 сделали, давайте. Может быть, минус 6 сделаем? У нас база захват. Давай, новая мета. Поехали, в атаку. Это жизнь за мной едет. Блин, как он едет на самом деле, я не знаю. Так, что-то там союзы, я смотрю, борются. Не могут побить. О, что-то я смотрю, тут тяжело. Ладно, ну поехали. Сейчас Лоэр все уделает, давай. Оставили тут последнего. Есть. Не, ну хороший бой, конечно, был. Мне понравилось. Прям офигенно. И у нас 1088 очков за бой. И опять не МВП. Четвертое место по команде. Ну как так-то, блин? Ладно, погнали в следующий бой. Вот совсем недавно выходил обзор про палач. И что я скажу? Там вообще ваншотов нет. В хлам занерфили эту пушку. Вообще никак не ваншотит. Здесь же, смотрите, толстяк. По идее, не так должен ваншотить, как палач. Но, в принципе, сейчас все целиком наоборот поменялось. То есть, толстяк, он ваншотит иногда. А палач вообще не ваншотит. То есть, ну, вот как-то так. Я считаю, палач сейчас вообще не стоит покупать. Если покупать, то точно. Только толстяк. Да. Классно полетели. В двушечку так. Блин. Зачем он это сделал? Мог его просто столкнуть. Ну, ладно, красавчик. Мы тебя будем помнить, чувак. Здорово. А, я снайпер, слушайте. Ой, ой. Чё-то тут я... Ой, еще тут у нас. Ну, сейчас нормально. Ой, тут смерчи у нас катаются. Ничего себе. Ну, давайте, смерч. Давай, легендарка ведь все-таки. Ой, один смерч союз отстрелил. Ой, чувака пригорает уже. На, еще. Ну, конечно, не такой прочный крафт, как прошлый, но все равно катается неплохо. То есть, можно и на тапке катать, и можно и на крафте, который сейчас популярен, катать. То есть, в принципе, поэкспериментировать и с тапком до сих пор можно. Так, пацаны, что-то вы тут прям закидываете жестко. Это чьи закидывают? А это не наши закидывают, я так понял, да? Неприятно. Здравствуйте. А вот Ниндьёги это сразу до свидания. Ну, можно сразу скидываться, в принципе, в пропасть. Потому что это все Ниндьёг. По кабине это до свидания сразу же. Нет! Минка! Нет! Капкан! Не лесом! Так, да блин, ну не одно, так другое. Ну как так-то, а? Ураган, ну ты вовремя, что могу сказать. Сначала Ниндьёг меня чуть не грохнул. Потом на капкан нарвался. В итоге меня застрелил ураган. Эх, печально, конечно. Ну ладно. Юка еще тут еще вдогонку катает. Ну, короче, мне не выжить было. Погоди. А, мне показалось, это Газген стоит. Это бутстрэп у него там стоит. Газген так поставил чисто вообще. Типа, надо было еще мишень вот так вот нарисовать. Стреляй сюда. Ну, да. Это у него еще и соколы стоят. Или... Я забыл, как они называются, блин. Как это оружие называется? Ястреб, ё-моё. Какие соколы. А, и у него еще один филин стоит. Соколы. Думаю, что-то не то. Блин, ястреб это. Нормально его зажали, конечно. А, сам решил. Давай, чувак, полетел. Красавчик. У нас в этом бою почему-то все прям полетели в пропасть. У нас поражение, к сожалению. И 569 очков за бой и второе место по команде. Погнали в последний бой. Сейчас вот какой-то баг с чатом. Вот подписчик просто меня узнал. Пишет, типа, я тебя люблю смотреть. И... Ой, я це ему случайно написал. Ну ладно. И вот смотрите, он отправляет. И уверен, что три сообщения одинаковые за такое короткое время не может отправить. Вот, смотрите, опять. То есть сразу же мгновенно три сообщения прилетает. Это баг. Раньше было просто два сообщения сразу прилетало мгновенно. Сейчас уже три. То есть скоро, мне кажется, мы будем отправлять одно сообщение, а будет там прилетать сразу штук 10. То есть что-то сейчас с чатиком какая-то фигня до сих пор. Но, в принципе... Что-то там с серверами, какая-то хакерская атака, что-то такое. Я даже не вдавался в подробности. В общем, что-то случилось. Я думаю, все починит. Союза так пендаль ему отвесил. Давай, мол, езжай. Ну, блин, все разъехались. Держи. Половинку надо добивать. Это сейчас Союзу прилетит. Есть, Союз спасен. А вот Фафниры, кстати, не знаю сейчас, как катаются. Фафниры, ну-ка. Ну да, Хайрас тут они добьют, наверное. Я не успею завалить. Давай.
На. Кстати, пишите в комментарии, что вам больше нравится, гарпия или мертвец, или эхо, может быть даже. То есть вам на перезарядку упор или на урон больше нравится. Не знаю, мне, кстати, не знаю даже, что больше нравится. То есть гарпия и мертвец играются достойно. Эхо тоже неплохо, но эхо это уже, конечно, дорогая кабина, я считаю. Да и мертвец-то не дешевый на самом деле. Но эхо самая дорогая, если мне не изменяет память. Так, Юкай, тебе надо грохать. Что-то Юкая ему сегодня пошли прям. Юкаев много. Ну, слушайте, все Юкаи не Юкаи обстреливаются с толстяка. Я в каждом бою практически по минус 3 делаю. То есть, ну, пушка офигительная. Еще раз, наверное, 50 раз за видос скажу. Опять квазар. То квазар, то Юкай. Что сегодня за день такой, пацаны? Давайте, кислоту проходим. Кислоту, пожалуйста, пройдемте. Блин, генератор подорвал, зараза. Ну давай, один на один. На. Ну я тебя выиграю, надеюсь. На, есть, я его выиграл, только один толстяк меня стрелили. Ну минус 4 я сделал, один чувак где-то. Да откуда все прилетает-то, ё-моё, я понять не могу. Какие-то ракеты, тромбоны, что происходит? Ага, вон, хайрастик. Или что? А, нет, это колесный крафт. Показался, хуеры. Так, ладно. Давайте, у меня, правда, уже горит сзади что-то. Это печально. Это бочечка горит, она еще живая. Блин. Алекс, слушай. У тебя что стоит такой? Я понять не могу. Ракет, тромбоны с чем-то стоят. Причем, по-моему, два тромбона у него стоит, если я не ошибаюсь. Чувак, стой. Стоять. А, толстяк, тромбон. Полный набор у него там стоит. Вообще непонятный крафт, если честно. Давай, один на один. Но он меня грохнет, конечно. Союз, надеюсь, вы его завалите. Давайте, грифы. Добивайте его чисто. Давайте, я верю в вас. Ну все, тут чисто добить осталось. Горящая кабина. Все, красавчики. У нас МВП победа минус 4. Вообще под конец, конечно, прикольно было. У нас 2044 очка за бой. Ну и, как я уже сказал, МВП. В общем, что я скажу. Да тут, в принципе, ничего можно не говорить. Смотрите, как они катаются. Просто по минус 3, по минус 4. А на данный момент они стоят. Сейчас даже посмотрим. Блин, а что же написать? Я забыл, как пушка называется. Ой, блин, я реально забыл. Как? Толстяк, ё-моё, просто как-то из башки вылетело в последний момент. Как называется пушка? Ну, вот так вот бывает. Так. Вы этого не видели. 369 голды. Если посмотреть на другие эпические пушки, то, в принципе, это не самая дорогая пушка, не самая дешевая. А, хотя, смотрите-ка, уравнилка, блин, на 10 голды всего лишь меньше. Тот же самый Кавказ, 600 практически голды стоит. Варун, мельник. То есть, на самом-то деле, пушка бюджетная. Она только требует хорошей кабины, маховик желательно. Ну, маховик у большинства есть, то есть вполне можете собрать вот такой же тапок. Названия есть все на выставке, берите, собирайте. В общем, все крафты, какие вам нравятся, берите. Но может такой достаточно бюджетный вариант сделать. Гарпия у многих есть. Маховик поставить, два толстяка. Все, больше здесь ничего не надо. Даже можно колеса какие-нибудь заколхозить. Ну, желательно, конечно, гонитель поставить. Я советую гонитель ставить, потому что без гонителя они очень долго поворачиваются и получается, ну, не очень. Желательно гонитель, конечно. Но на первых порах можно и без него. В общем, вот такое вот оружие. Пишите в комменты, как оно вам. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.